Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки овара. Привет. Есть ракета, которую я строил очень давно. Прям очень давно. Очень-очень. Нужно, думаю, наверное... тут джетпак нужен. На. Да, здесь джетпак. Да, возьми, он красивый. У меня как раз нравится. Тут надо аккуратно, потому что вот эти вот железные штуки, они все время спадают. И не это... Не держится. Падает как надо, да. Так, а что за кнопка? Это закрывание двери. Моя первая хорошая дверь. Пошли дальше. Наверх. О! Здесь так. Уже Ой. Для пассажиров. А там дальше для водителя. А! Меня из ракеты выбросило. Ой. Остановить ракету. Я не могу. Железки должны были спадать с помощью динамита, но они упали сами. Ну, если этот динамит взорвется, то, мне кажется, ракета уже на воздух подымется. Поднимется. Но в последнее время дверь это не открой! Работало. О, спасибо. Все, мы взлетаем. Да, давай. Давай. Ну, на красных ускорителях, конечно. Да, но не только. А чем мы вниз летим? Отсоединяемся. О, какое ускорение. Отсоединяемся. Летим прямо вниз. Да. Включаем парашюты и падаем. Да. Очень прикольно. Я тебя брошу. Ой. Я бросил сам себя. Я могу отсоединиться сам. А ты меня, получается, отсоединил от ракеты. Да. От себя. За что? Ну, это чтобы... Это чтобы реактивная тяга была. Эх, прощайте, пассажиры. Я буду первым. Молодец. Понятно. Но мы уровни не проходили. Есть одна мини-игра, в которой я... Вдвоём надо играть или одному? Одному, конечно. Ох, как жалко. Это C4. Мне жалко, что я буду играть. Вот. Да я же пошутил, вот. Давай ты будешь играть. Ну, хорошо. Я должен активировать ее. Если будет зеленая лампочка здесь гореть, то я выиграл. А если здесь на экране будет 3 буквы, то я проиграл. Но я не помню, какие тут провода. Давай. Этот. Давай зеленый. Да, нормально. А может быть зеленый? Да, может быть зеленый. А! Я не успел. А, можно я попробую? Очень прикольно. Не застрянет в бомбе. Так, я запускаю. Запустил уже? Так, а можешь отойти из постройки? Я запустил. У тебя 20 секунд. Стоп, 20 секунд? Да, у тебя 15 секунд. А, нет, 10 секунд. Все, проиграл. Проиграл? Да. Это ну, тоже еще. Все, ты проиграл. Давай еще раз попробуем. Заново загрузи. Я сейчас не понимаю. А! Ой, сейчас. Я внутри. Все. Давай запускай. Как это играется? 20 секунд. Ты должен 2 провода отключить. Проиграл. Да. Нормально, хорошо. Все. Проиграл. Все, но ты выиграл, вот зеленая лампочка горит, а была красная. Правда, я тут, кажется, все взорвал. Да. Можно внутренности посмотреть. Здесь обычные поршни и таймеры. Все. Можно загрузить? Снова? Да. Я хочу точно понять, как это работает. Как это включается? Вот сюда можно пройти, вот здесь вот изряется. И тут это. Если 2 рычага нажать, то у тебя вот 2 поршня поднимется, и поэтому зеленая будет гореть. А если поднимется вот эти 3 буквы с помощью поршней, то ты проиграл, и все взорвется. Вот здесь вот кнопка, чтобы включить. Вон там внутри. Вот, так, 20... ну, допустим, я перережу этот провод. Вот, один поршень поднялся, и второй. Все. О, я победил! Да, но ты все равно взорвешься через 20 секунд. Потому что... Ну как? Как дезактивировать, ты не придумал. Ну да. Ой, бежим. Это бомба-обманка. Не успели. Есть.
камера, и тебя посадили в тюрьму. А, нет, это меня посадили в тюрьму. Я полиция. Ты в тюрьме. Все, все, можешь сходить в тюрьму. Там просторно. Но скоро не будет просторно. Стоп. Я сейчас сделаю одну штуку. Стой! Не надо! Какую штуку? А, у тебя пока что нету, да? А я сделаю вот так вот. Это комната для тех, кто хочет просторную большую комнату. Да-да-да. А теперь что будет? А теперь я могу вот так сделать. А-а-а! Это самый ужасный кошмар в мире. Да, когда я сделаю комнату 2 на 2. Стой, что? Я сделаю комнату 2 на 2. А, нет, 2 на 1. Не понял. Я это смогу сделать. Если там не застрянешь. Что ты там делаешь? Я лучше на столик запрыгну. У тебя там уже тесно так. А, кое-что что-то пошло не так. Ну хорошо. Я буду закрывать все проходы, и ты ничего не сделаешь с этим. Ой. Я хочу просторную комнату, мне не нужна тесная комната. А! Стены на меня едут. Здесь все стены ездят. Потолки, полы. И сейчас вот еще одна. Это самая тесная комната. Ну все, у тебя тут комната 2 на 1. Или можно оно загрузить, я попробую тебя поймать. А, камера загрузить. Так, сейчас сделаю. Все, входи. Так, ну а теперь я тебя буду закрывать в тесную комнату. Садись, на любой стол садись. И вот, здесь вот все кнопки на клавиатуре подключены к стенам. Вот чего? Да, зажми. Q, E, T, U. Вот идет буква Q, E, D. А что передвигается? У меня здесь передвигается... А, сейчас, я сделаю вот так вот. Все, потолок передвигается. Ты должен зажать все кнопки через одну. То есть это Q, E, T, а VR закрывают. Стой, я не понимаю. Это сложно понять. Можешь заново загрузить? И... Сейчас. Так, загрузить. Так, прими меня в команду. Камера. Сейчас мы некоторые доработки введем. Здесь все. Здесь все сиденья под все кнопки работают. Так. То есть здесь знаешь сколько поршней? Здесь их 70 поршней тут. Ты хочешь все поршни на стене подключить к этому, да? Кнопкам. Да. Так будет удобнее, чем на все клавиши нажимать. Я хотел так сделать, но я хотел, чтобы можно там паркур было создавать. Там можно было бы все создавать. Ну просто это можно использовать твою систему и вот эту кнопочную. Да. Только вот когда я подключал вот эту кнопку ко всем, чтобы сделать там... Ну, чтобы все стены сразу открывались, то кнопка забирала все подключения, и стулья были пустыми. Стой, сам поставь? А, нет. Короче, нужно все поршни к этой кнопке привязать. Вот, ты сейчас поставил... А, нет. Я подключил сейчас кнопку к поршню, и у меня раньше отключалось. Но сейчас, кажется, доработали, и поэтому у меня сейчас не отключается. Стой, а можно ты не будешь это так делать? Сам поставь кнопку. Обычную. Сейчас. Просто когда в режиме общего строительства, она не сохраняется. О, да. Это красиво, кстати. Включи-ка. Только там камера есть. Да, там просто это... Я сейчас зайду. Можно я зайду? Можно я посмотрю? Давай, зайдем. А может, оба зайдем? Да. Кнопку вот тут заново поставь на столе. Сейчас уберу. Если мы нажмем на эту кнопку, то что-то очень мощное произойдет. Готов? Да. Супер просторная комната стала супер тесной комнатой. Я хочу кое-что сделать. Я хочу кое-что сделать, я хочу убежать.
И я вот так сделал, и, короче... Все, я убежал за стенками. Я за стенками. Ай! Нет! Ой. Ай! А, я вышел, а ты там. О, это лайфхак прикольный. Кстати, я могу вот так сделать. Ай, и все развалится от одного его. Ты одно сломал, и все развалилось. Или ты все сломал? Я вдохновлялся порталом. Там крутые стены были. То же самое здесь. Все развалено. Да. Что если нажать на кнопку? Вирус начался. Это у нас большие потолки. На этом наше видео заканчивается. Другие постройки моего подписчика я покажу в следующих видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами был Ugeimz. Всем пока.